Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Валентина и канал Тайские игры глазами подмосквички. Я хотела сегодня с вами про бойни поговорить. Недавно в комментариях стали спрашивать по поводу бойни. Вот вроде как якобы слыхали. Дело в том, что запрет на домашний убой скота издали еще в 2013 году. И многие регионы, мы же на Фермер.ру общаемся со всей Россией и даже за границей, с Германией, с Латвией. Так вот, еще запрет на убой во дворах вышел в 2013 году. И регионы сами уже там смотрели, как, когда им чего вводить. Сейчас 21 год, летом 21 года мы узнали, что в нашем регионе с 1 октября вводится запрет на убой домашнего скота. То есть, если вы хотите продать свинину или говядину, вам уже в ветеринарной лечебнице справку не дадут, клеймо не поставят, вы на рынок уже не отвезете, никуда не сдадите без бойни. То есть только через бойню. Если раньше мы приезжали в ветеринарку, привозили мясо, там клеймили, выдавали справку, что мясо наше, куда оно, куда мы его везем, адрес, там фамилию человека, как-то его закупает. Оно бы так все ничего, но в нашем регионе очень много скотины, очень много. Здесь люди живут в основном сельского хозяйства. А боен у нас очень мало. То есть у нас, допустим, в нашем районе боен нет ни одной. И если коров у нас там что-то 4 тысячи в нашем районе, в соседнем 10 тысяч голов КРС, то бойни в нашем ни одной. Вот в соседнем, где 10 тысяч, там одна или две бойни есть. Там мясокомбинаты, еще что-то. Но все желающие туда просто-напросто не влезут. То есть, если ты хочешь ждать говядину или свинину, да, ты должен будешь вставать в очередь, очень долго ждать, потому что, ну, это просто нереально. Одна бойня на два района, а то, может быть, и на три. Мы, конечно, надеялись, что что-то придумают до 1 октября. А, как вы знаете, скотину-то начинают сдавать как раз осенью. Пастбищный сезон заканчивается, и сено на них уже не заготавливают, в зиму их не ведут, и убирают ненужных коров, и убирают быков в основном осенью. Мы своих убираем весной, поэтому мы особо не переживали. Мы думали, что все равно что-нибудь придумают. Вот настало 1 октября, и взвыли и продавцы рынков, и держатели скотин, потому что ну, бойни-то так и не появились. Но там, я не знаю, начали там забастовки, петиции. Ну, по телевизору был этот самый. По телевизору по местному был репортаж, что соседние регионы, это Новосибирск, Омск, Кузбасс, они писали петицию, и их губернаторы отсрочили вот это вступление этого закона там на пару лет. И они как сдавали мясо. Мясо так и сдают без всяких проблем. А у нас возникли проблемы. И вот вроде как тоже письмо какое-то кому-то туда. Ну, достучались они до руководства, до главного. И отсрочили пока нам до 22 ноября забой. А вроде как хотят до конца 22 года отсрочить этот закон. Я не знаю, будут они за это время все-таки строить бойни или не будут. Потому что с 13 года надо было настроить бойни. Ну и вот, теперь надо нам бойни. В соседнем районе бойню построили на грант, частную бойню. Я так думаю, что за 2 года у нас бойн поднастроят. Дальше даже больше, чем нам нужно. Но у нас всегда так-то ничего, то много. Ну, на этом всем спасибо. Пока. До новых встреч.